Я очень рад, что центр Opus Dei появился в нашей стране, в нашем городе. Можно многое здесь найти интересного и получить советы. Уже давно преподаю здесь гитару, потому что по образованию я преподаватель гитары. Также перевожу с испанского языка. После того, как я хорошо с ними познакомился, мы ездили также в села, помогали детям в катехизисе, отвечали на их вопросы по вере, по религии. Это вообще очень интересно, потому что в Казахстане проживает больше 100 национальностей и больше 5 религий очень мирно существуют между собой, поэтому всегда интересно показать эти моменты. Я, например, сам православный, но мой дедушка был католиком по матери, вот он был немцем. Поэтому в нашей семье всегда и к католичеству, и к православию относились одинаково, с должным уважением и пониманием. Мы всегда празднуем как православные праздники, так и католические. Поэтому мне было очень интересно познакомиться с католиками здесь, со священниками и с организацией Opus Dei.